я люблю. Мы сейчас едем по бывшим владениям, по Кипру, бывшие владения Великобритании. Я помню советские эти пропагандистские гадостные слова, там империализм мировой, угнетение. А я обожаю творчески, художественно вот эти все тезисы, когда вот это империализм мировой, естественно, транснациональные корпорации, которые что-то капиталисты, которые что-то присваивают какую-то прибавочную стоимость безвозмездно. То есть трудящиеся трудятся, пьяные гопники, да, многодетные, а и какие-то хитрые капиталисты, которые вообще все это организовали, производство, атланты начали расправить плечи и всем этим хана, они безвозмездно что-то, я не помню, то ли прибавочный продукт, то ли стоимость, что-то прибавочное, они безвозмездно присваивают. Если абсолютно правильно, чем безвозмезднее, тем лучше. Надо присваивать и что, что было угнетать. Угнетать. Я тоже считаю, что очень правильно вот это угнетение, вот этих вот масс. Вот люди, что люди? Каждый первый, кого, если посмотреть, копнуть, это сволочь подлец. Да? Поэтому только угнетение угнетать, безвозмездно присваивать что-то там, что они прибавляют в пьяном виде. А, и все, они еще половину украдут на работе. Поэтому нужно, уж лучше, прежде человек себе присвоит, сделать себе виллу, палаццо, дворец и так далее, чем каждому по хрущевке. Лучше одному дворец, чем каждому по хрущевке. Прав? Конечно, я прав. Это как Ирина Константиновна Архипова, конкурс имени Глинки, и она говорит, ну, у нас вот, значит, жюри, международные жюри, все голосуют, кто победитель, да. Ну, если я права, я права. Все, так и здесь, да? Поэтому я прав. Вот, ну серьезно подумайте, вот каждый, кто, любой, неважно, здесь, там, в любой стране, берешь это, каждый первый, если посмотреть внутрь, в душу и так далее, гад и сволочь. Поэтому надо угнетать, присваивать капиталистически, транснационально и подмандатно, желательно британской какой-нибудь такой владычице этих самых пингвинов, морей. Вот, так что мы сейчас едем вообще встречаться. Не в смысле встречаться, а встречаться с закатом специально. И не после репетиции, мы уже перекусили, и я еду встречаться с закатом в какое-то очень красивое развальное место. Я не был, но я сказал, попросил меня, значит, свести там есть какие-то развалины. Я очень люблю старые развалины и молодую плоть. Но это мы вырежем потом, значит, останемся на развалинах. Вот, и сейчас мы будем ловить это дело, значит, закат. Проезжая сквозь угнетенных. Сейчас, правда, все свободные, все счастливые в хрущевках. Тут здесь все есть. Стиральные машины, все. Здесь уже все получили. Бытовую технику, ну, мечта советских женщин. Все уже, так сказать. Изобилие, во всех магазинах все есть, можно купить все, что угодно, продать, купить, чей совесть, самые там, кухонные комбайны и прочее, прочее. Поэтому присваивать, угнетать, но, конечно, в художественном, творческом смысле, вот, ой, все, красота, отвечаемся.